Отдых? Да вы что? В наше время отдых – это непростительная трата времени. Нужно быть максимально эффективной. Ты что без дела сидишь, а? Мам, я устала. У меня голова болит. Я тоже устала? И что? И у меня тоже голова болит. И что? Будешь такая неумеха, никому нужна не будешь. Когда я вырасту, я буду отдавать все свое время работе. Я буду закидываться таблетками, идти работать дальше. Потому что мне очень важно доказать, что я могу еще лучше. Для того, чтобы меня ценили. И тогда никакие сигналы тела я не буду воспринимать, потому что для меня это не столь важно. Для меня важнее получить одобрение, хвалу. В данном случае трудоголизм – это как способ заслужить любовь. Никогда не будет достаточно. Вы либо не умеете принимать свои достижения, успехи, либо обесцениваете то, что есть. Такие люди, как правило, в терапию приходят с проблемами опорно-двигательного аппарата, а также с мигренями, или с проблемами ЖКТ. А ведь это всего лишь стратегия, которую можно изменить. Прошлое должно оставаться в прошлом. Курс «Родовые сценарии» скоро стартует. С вами была Анастасия Василенок. Жду вас.